Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на моем канале Rus FIFA PES. И да, не ожидали, я даже сам себя не ожидал, но в планах у меня этот видеоролик, естественно, был. По названию вы уже догадались, что сегодня мы будем смотреть, что вообще изменилось в FIFA Mobile за этот сезон, вообще как она изменилась по, ну, в сравнении с 20-й версией. Потому что на самом-то деле я вообще не открывал данную игру, данную часть игры, глобальной игры FIFA Mobile этого сезона. Я вообще не играл, и вот сейчас давайте посмотрим, во-первых, на геймплей. Лично для себя я посмотрю вообще, стоит ли дальше играть вообще в следующий сезон, потому что, как показывает практика и история, вот с 19-й FIFA, по сути, изменений каких-то нет. Если у вас есть другое мнение, то вы его можете, естественно, выразить культурно в комментариях. Вот. Значит, у меня одно мнение, у вас может быть вообще аналогично, кто-то может придерживаться моего мнения, кто-то другого. Ну, естественно, мне дают одинаковые формы. Да, как я буду играть, неизвестно. Ну, это же FIFA. О, класс, у меня тут еще... Да, это мне не надо. Это мне не надо. Мне нужны кнопки, потому что я привык играть с кнопками. А по сути, вот мы сыграем один матч, вот в данном режиме даже, ну, немножко не полный матч, и проанализируем вообще, стоит ли тратить время на эту игру. Многие мои подписчики, естественно, играли в FIFA Mobile, потом, так же, как и я, перешли на PES, вот, и, естественно, я даже не могу понять, кто здесь мой игрок, кто здесь... Ну, естественно, это рабочие моменты, такое может быть, здесь претензии как-то глупо предъявлять. Не знаю, как вам сказать. В общем, немногие, скорее всего, играли в FIFA 16 на мобильных устройствах. Хотя такая была. Да, гол шикарный, но, скорее всего, тут все голы скриптовые, потому что, сами знаете почему, потому что все летит в ворота всегда здесь. Вот. Немногие играли в FIFA 16 на мобильных устройствах. Вышла она в 15 году, очень давно. Ну, получается, уже 6 лет назад. И вот это была действительно самая лучшая FIFA. Даже перед FIFA 14, потому что там и графон был крутой, там были и дивизионы. Ну, естественно, там не было карьеры, потому что, ну, пока что еще не продумали этот момент. Вот в FIFA 15 там было это дело, а в 16 не было, но там был очень классный графон. А там был очень классный графон. Намного лучше, чем этот. Здесь реально какой-то, знаете, как будто, ну, употреблю такое слово, высер той игры, то есть часть какая-то, ну, процентов 30 графония от той игры. Движок, возможно, тот же, но очень все сильно урезано. Вот, ну, хронометраж видеоролика маленький, поэтому еще нужно что-то сказать. Вот, естественно, естественно, мы сейчас заберем супер игрока. Видеоролики по данной игре я не планирую записывать не только в ближайшем, но и в самом далеком будущем, потому что мне это неинтересно. Вот, например, я хочу сейчас матч сыграть, а мне сейчас предлагают что-то какую-то дичь. Ну, давайте посмотрим на мою команду. Да, так себе, если честно. Кстати, надеюсь, что вы ждете видеороликов по Pro Evolution Soccer на мобильных устройствах и также на ПК. Вот, ну и также, скорее всего, этот видеоролик посмотрят в основном мои подписчики, поэтому мне нужно сказать, что то, что видеоролики по PES получается только снимать со штатива, потому что ПК тянет, ну, мой ноут тянет саму игру, и PES 16 даже на максимальных настройках и все прочее. Но вот из-за того, что здесь видеокарта, она имеет 0, значит, гигабайт, то есть она питается от оперативной, там, ну, значит, при записи, значит, видеопамяти ее как таковой, если нет, значит, и, ну, не получается там, значит, запись там 0 FPS и все прочее, поэтому только так. Вот, но мне очень нравится записывать именно и играть с ПК больше, чем, значит, со смартфоном, поэтому видеоролики такого плана я и планирую делать, пока что у меня, значит, каникулярное лето, целый месяц еще остался.
Вот, ну сейчас мы доигрываем данный матч, и я думаю, уже будем прекращать. А, ну еще стоит упомянуть о карьере за Спартак, который, естественно, будет. Оно все спокойненько монтируется, спокойненько делается. Вот. И еще нужно упомянуть о том, что видеоролики очень редко выходили в, значит, данный промежуток времени, в данный месяц, потому что я находился, значит, в археологической экспедиции. То есть, по сути, я не мог никоим образом выпускать видеоролики. То есть, я думаю, вы меня поймете. Вот. Ну, сейчас Рейна забьет. Нет, не забьет. Ну, что-то как-то удар так себе. Я думаю, нет смысла дальше продолжать. Вот. Ну, сейчас мы, естественно, забьем с углового, да? И достаточно будет. Так вот, обойдем. Ух ты, защита просто... Защита лохов какая-то. И куда-то мимо. Ладно, все. Давайте заканчивать. В общем, такой вводный видеоролик, значит, открывающий. Открывающий летний сезон. А лето это уже заканчивается, да. Вот, ну, в общем, спасибо, что посмотрели. И ждем новых видеороликов от меня, собственно. Вот, ну, этот... Я думаю, необходимо поддержать лайкой, подпиской на канал. Если еще не подписаны, нажать на комментарий, там колокольчик, вот это все прочее. Нажать. Вот, и, значит, видеоролики скоро будут. В общем, ждем. Я пойду еще запишу для вас что-нибудь интересненькое. В общем, всем пока.